отсчет к началу новой истории маленького городка. Взаимодействие с публикой, звук аплодисментов и, конечно, интерес в глазах преданного зрителя. Максим Якимов считает, что только ради этого и стоит работать на сцене. Шоумен и ведущий мероприятий, как и каждый сотрудник арт-праздника, не теряет зря времени. Ведь уже с 1 июня культурная столица Югры оправдает свой статус. Летом каждого жителя и гостя города ждет целый марафон концертов, мероприятий, флешмобов. Максим, среди прочих, ждет День защиты детей. Ведь выступать перед самой честной и строгой аудиторией сложная, но почетная миссия. Подкупают своей искренностью, что они с открытыми глазами рвутся, узнают. И мы этому способствуем, помогаем делать это все в игровой форме, развиваем детишек. То, что лето 2021 будет зрелищным во всех смыслах, уверены и коллеги Максима Якимова. Читки сценария, в примерке костюмов, ежедневная репетиция, ведь только в июне нас ждет несколько крупных мероприятий. И у нас планируется мероприятие на 12 июня, это День России. Помимо этого, впереди у нас будет и Сабантуй, и мероприятие для горожан в рамках Дня памяти и скорби, 22 июня, День молодежи, мероприятие для медалистов. Халиса, Евгений Гончаров, Елена Харченко, Валерий Латыпов и другие народные любимцы кагалымчан обещают нам культурные каникулы. Никита Рогозин, Евгений Скляров. Специально для новостей.